Уважаемые абоненты телевидения «Волна», информируем вас об обновлении нашего видеоконтента. Теперь все печерские новости и развлекательные программы вы сможете смотреть на двух телеканалах – канал Ю и канал 360 градусов. Канал 360 градусов – это информационно-развлекательный круглосуточный телеканал. Только лучшие отечественные и зарубежные фильмы и сериалы, новости, мультфильмы, познавательные и развлекательные шоу. Его можно смотреть круглосуточно и не надоест. Настраивайтесь и наслаждайтесь. В аналоговом формате – вещание на 3 и 38 кнопках автоматической настройки. В цифровом формате вещание на 37 и 54 кнопках автоматической настройки. За помощью в настройке вы можете обращаться по телефонам 7000 70 и 79099. Фирма «Сантехрезерв» предлагает все виды сантехнических услуг. Замена труб, реставрация ванн, устранение засора труб, установка и замена смесителей, подключение стиральных машин, ремонт и установка сантехники, комплексные ремонты квартир, отделка помещений. А также теплые полы, сварочные работы и многое другое. Заключение договоров, рассрочка платежа, гарантия. Фирма «Сантехрезерв» – это качество и разумные цены. Коврики для мышки с видами Печоры. Купить можно по адресам: улица Островского, 74, и улица Ленина, 16. Также принимают индивидуальные заказы. В службу доставки еды требуется повар – 2000 рублей смена, повар-сушист – 2000 рублей смена. Обращайтесь по телефону 8-912-117-33-33. Набор почтовых открыток с печерскими видами можно купить по адресам: улица Островского, 74, и улица Ленина, 16. Цена 250 рублей. Уважаемые печерцы, администрация муниципального района Печора сообщает о проведении с 26 апреля по 30 мая рейтингового голосования для благоустройства общественных территорий в 2022 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В голосовании сможет принять участие каждый гражданин России старше 14 лет, отдать свой голос за территории, выбранные в рамках общественных обсуждений для благоустройства в первоочередном порядке в 2022 году на территории городского поселения Печора, можно на единой общероссийской платформе по отбору территорий и проектов благоустройства. Проголосовать можно будет на площадях юбилейной Победы Горького «Энергетиков», где будут работать волонтеры в будни и выходные дни. Разместить информацию в программе «Телегазета» вы можете, обратившись в Центр обслуживания клиентов по адресам: улица Островского, 74, и улица Ленина, 16. Телефон рекламной службы 3-56-90. Внимание! Информация дублируется на нашем сайте www.volna-plus.ru.